Да, можно начинать? Да, конечно. Радио «Зенит», Дмитрий Журавлев, корреспондент. Никита, ну скажите, вот прошла уже почти неделя с момента окончания серии со «Спартаком». Чем занимались эту неделю и какое вообще сейчас настроение в команде, ребят? Сначала отдохнули, потом поработали над моментами, которые нам надо улучшить, и готовы к серии. Спасибо, следующий. Елена Кузнецова, чемпионат. Никита, расскажите, что будет главным, на что обращали внимание у ЦСКА, что будет главным в этой серии, ключевым? Забить больше, наверное, будет самое важное в каждой игре. А так играем в свою игру. От атаки или от обороны? Как со «Спартаком» просто так очень на оборону был заточен. Мы играли на победу каждую игру, поэтому неважно какой счет, главное, чтобы мы выигрывали. Вот ЦСКА нам, опять разъяснить же, Дмитрий, ЦСКА нам не всегда удается побеждать. Вот все-таки тренерский штаб на что больше всего внимания обращал, как вскрывать оборону армейцев Москвы? Я думаю, с первой игры будет это видно. Сейчас не будем раскрывать все секреты. Никита, вопрос такой, Рустам Шахмудинов, Тартас. В предыдущей серии вы сумели, так сказать, выйти из тени и начали набирать очки уже ближе к ее концу. Можете вспомнить, в принципе, почему так происходило? И можно ли, не знаю, получится ли так, что вы в первых матчах, но не будете делать такую паузу, а с первых игр начнете забивать и отдавать? Спартак хорошо играл в первых играх, очень агрессивно, и не получалось забивать, отдавать, но под конец серии мы поняли, что надо делать, чтобы выигрывать, и неважно, кто отдал, кто забил, главное выигрывать.